Я Руслан Агаев. Я врач. Я гражданин Азербайджана. Так получилось, что сейчас я живу в Украине. Сегодня все мои друзья с Азербайджана писали и звонили в беспокойстве, что происходит, и рассказывали мне совершенно разные версии происходящего. И я понял, что мир окутала волна лжи, которую распространяет Россия, которую распространяет Москва. Милые, уважаемые друзья в Азербайджане, я сейчас нахожусь в Днепре, и тому доказательство проходная в легендарный Южмаш, который находится за мной. Украина спокойна, Украина не паникует, Украина стоит, Украина выстоит.